У нас сегодня две близняшки розовые для двух дочек на день рождения. Клиент купил два велосипедика, попросил разные звоночки поставить, чтобы они не путали их. Один такой светленький звоночек, другой такой темненький звоночек. И привезли нам на сборку, как обычно, очередную партию таких велосипедов. Опять протяжка втулок. Втулки не протянуты вообще. По одному шнуру на каждом велосипеде. И дальше настройка, регулировка, правка и так далее. Развели рубашки и тросики красиво, чтобы они обраму не цапали. Все подрезали. Ну вот единственное, что, конечно, недостаток у этих моделей, то, что вот такой вот перегиб идет рубашки. И тросик здесь трется, на этом изгибе, и на этом изгибе трется. И задний тормоз немножечко тяжеловато, скажем так, нажимать. Особенно подросткам. Вот, а так что, очень удобные сидушки. Мягкие такие, гелевые, поролоновые. Ручки не знаю, но вроде ничего. В принципе, для ребенка тоже подойдет. И зеркала поставили. Модель хорошая, легкая, интересная. Для девушек вообще самое то. Вот за исключением заднего тормоза. И вилка белая, ну, немножко маркая она. То есть желательно ее или лаком покрывать. Или, я не знаю, главное руками не трогать, потому что вот это все матовое. И на нем пятна остаются. А так прикольный велосипед.